Понял, принято. Но была ошибка. Моя ошибка. Я так и до конца не разобрался, как он работает. Но по идее теперь вроде как должен разобраться. Я вроде бы типа начинаю понимать. Окей, омут душ можно даже не брать. Массовый урон не в бане, но... Ну я начинаю понимать, как он работает. Просто надо... Надо не тупить и все. Нормально. Ну, пока что будем считать, что это было экспериментальный вариант. Я возьму набедренную повязку. Она мне нравится. Хорошая повязка, большая. Глаза. Ей, у нас не будет ноль наития. Какой смысл не брать омут душ? Никакого. О-хо-хо, кольчуга. Позвольте, позвольте. Там явно моя ошибка была в том. Я ничего не могу сказать. Ну, моя ошибка была заранее. Мне можно было продумать на несколько ходов вперед немного. И... Откуда ты взялся на мою голову? Я теперь не смогу лутбокса убить, если не пойду в другую сторону. Лутбокс, стой, не двигайся. Лекарство. Ну что, взять книжку на хил и не изобретать велосипеды? Но с другой стороны, шмот намного интереснее, особенно такой хороший, который дает тебе бонусы. Вот. Нейтрализует урон от взрыва 5 раз. Щит быстро кончится. А но эти 5 раз могут дать кучу душ. Могут спасти тебя. Знаете что? Я решил, что мы попробуем с ним походить. В начале игры это может быть критично. Где-то плюс-минус пару киллов это может очень сильно зарешать. И тебя, у тебя скорость 12, нам нужно 2 твоих удара пережить. Так, теперь так, так. Фулл хилка, передышка не нужна, маски нету. А в передышку нет смысла не идти. Здесь всегда может быть стат проклятый. Да? Который не сработал, но мог сработать. Мы точно не будем омут душ использовать. Так, помним, щит блокирует взрывы. Что как раз внезапно оказалось актуально. О мой... Чеканной монетой. Чеканной монетой. Барлату заплатите чеканной монетой. Чего? Чеканной монетой. Закинем в топку. Ну и просто на кусочек шавермы, да кружечку коньяка. Мистер Цептер, от такой кружечки стример не воскреснет на следующий день. От такой кружечки я не выживу. Нет. Я, пожалуй, пас. Мистер Цептер, гигантское тебе спасибо за донат размером в 13 тысяч. 13 рублей. 13 тысяч? А, 13 тысяч. Мистер Цептер. У меня нет слов. У меня просто нет слов, чувак. Нет, их нету. Я не знаю, что мне сказать. Это слишком много. Большое тебе спасибо. Большое гигантское тебе спасибо. И чат там уже... Чат там весь в хайпе. Чат, спасибо вам большое. Спасибо тебе, мистер Цептер. Это намного больше, чем я заслуживаю.
Я тебя... Ну, что можно сказать в таком случае? Вообще ничего невозможно сказать. Знаешь, что я это очень ценю. И от всей души тебе большое спасибо. Это помогает. Это помогает. Это просто жесть. Спасибо тебе. Просто гигантская, чувак. Благодарю тебя. Потому что ты какими-то словами особо не выразишь. Все равно, да, чего бы я там ни говорил, это невозможно. Где-то тут уже лимиты какие-то. Я очень рад, что тебе нравятся мои видео настолько. И что... Что ты смотришь на Ютубе. Достаточно только того, что ты просто смотришь, чтобы мне... Мне приятно просто, что тебе нравятся видосы. Да. Я понимаю, что на стриме не всегда получается заходить, но... Для этого я и загружаю все на Ютуб, чтобы можно было посмотреть, отдохнуть. В общем, все, я молчу. Знаете что? Давайте играть, чат. Я не могу. Это что-то сильно много. Мистер Цептер. Я, опять же, не могу нормально... Короче, я разучился говорить, все, забейте, у меня вода кончилась. Да. Все, я допил всю воду, слова кончились, русский язык от меня ушел. И он, не знаю, вернется ли он, поэтому мы будем чего-нибудь делать, какие-нибудь кнопки нажимать, какой-нибудь сундук открывать. Вот. Очень редко получается на стрим зайти, да. Ну, хорошо, что тебе нравится хотя бы записи на Ютубе смотреть. Это весело. Мистер Цептер, это победа для тебя. Это победа для тебя. Мы сейчас выиграем. Сейчас будет 100% победа. Потому что она для тебя. Поехали. Окей. Так, что нам нужно для победы? Не брать полицейский кристалл, наверное. Для победы я возьму счастливые ботинки, которые мне нравятся. Они очень счастливые. Потом мы можем 57% шанс здесь хильнуться. Можно потратить один заряд на щите, чтобы убить вот этого чувака. Честно, я думаю, оно того стоит. Не брать проклятое зелье. Пойти в терпение. Не мисплеить. Не мисплеить здесь. У нас есть 7 ходов. Мы знаем, как с этим работать. Что ты делаешь для того, чтобы не смисплеить? Ты оцениваешь, в какую сторону идти. Нужно оценить. Можем пойти направо, можем налево. Справа я вижу 2 сокровища, слева вижу 2 сокровища. Слева я вижу 1 хилку. Справа я вижу еще статы. Если я буду идти направо, я буду через свиток, свиток заморозки использовать. Направо выглядит получше, там меньше врагов. Раз враг, всего 2 врага направо. И знаешь что? Я здесь рольну шанс. Я не буду заморозку использовать. Возможно, можно заморозить эти стены, если вдруг мы смисплеем. Мы сэкономим 4 хп. Нет, 4, 5, 5 хп здесь, если используем заморозку. Оно того не стоит. Яд неприятно. Окей, еще одно, еще 5 хп. Мы не открываем сундуки тут. 5 хп переоценены. Это хорошо. К тому же здесь была фулл хилка. Отлично. Перчатки с надпор. То, что нужно. Последний ход. Мы сделали все прекрасно. Никаких проблем. Никаких мисплеев. Добыли внутреннюю ярость с перчатками надпор. Вперед! За победой. А нам нужна эта победа. Нам нельзя проигрывать. Нам нельзя проигрывать. Чиним стримеры шоковой терапией. Говорят, помогает. Сейчас проверим. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Рейнмар. Спасибо тебе огромное за донат 666. Огромное тебе спасибо за поддержку. Помогает. Страшная собака. Ничего не могу сказать. Full focus build. Я не могу взять рапиру. Денег нет. Вы держитесь. Спасибо тебе огромное, Рейнмар, за 666. Спасибо тебе большущее.
Я мега благодарен. Чуваки, вы сегодня просто... У нас блок от взрывов. Стой, нет, не убегай. Так, не дать убежать этому парню. Мы его отбрасываем, мы отбросим его к выходу. Нет, я убью его за два удара. Он не... О, он сбежал, я отбросил его к выходу. Зачем я его не заморозил? Почему я пожадничал? Ну... Спокойствие. Нам нужно спокойствие, окей? Просто спокойствие. Если играть спокойно, то ты в эту игру будешь легко выигрывать. Например, стоит ли здесь использовать заморозку? Нет. Потому что мы можем весь яд полечить, если используем большую хилку на 16. То есть мы бьем эту змею. Теперь мы берем большую хилку на 16. Теперь мы убиваем слизь. Ну как убиваем? Бьем эту слизь. А, тут еще один мужик есть. Внимание, у нас отброс. Не стоит недооценивать отброс. Все идет нормально. Все идет очень хорошо. Отброс помогает. Этого чувака мы тоже можем убить. Хотим ли мы его убить? Другой вопрос. Мы точно хотим использовать свиток заморозки? У нас хилка на 9. Мы хотим его убить. Или я лучше возьму проклятые статы, потом хилку. Я лучше возьму проклятые статы, потом хилку и выйду отсюда с полным хпэчем убивать одного чувака, который ничего не охраняет. С другой стороны, я что, буду выкидывать просто так свиток заморозки? Ни при каких обстоятельствах. Теперь я хочу этого чувака убить. Теперь я потеряю хп, убивая его. Но если я его убью, я его смогу открыть сундук, в котором... Я не смогу открыть сундук, потому что мне не хватит одной души. Бежим дальше. Мисплей. Я есть мисплей. Окей. Я писал про гоблина, ты не видел. Если зайти за гоблина, он выход зайти не сможет. Пойдет в другую сторону. Спасибо. Окей. Так, там идут подрывники справа. У нас есть отбор. Подрывников надо использовать, чтобы убить бронированного чувака. Желательно вот этих обоих чуваков. Поэтому я сделаю проскок направо. Еще один проскок направо. Теперь я кину в них подрывника. В обоих. Еще один проскок направо. И еще одного подрывника. И подрывник убил двоих. Прекрасно. Очень хорошо. Тебя кинуть направо еще. Движение тени, еще одна хилка, еще один бросок. Идеально. Окей. Хороший этаж без мисплеев. 71 уже хватает на фиол. Но у меня так много пустых слотов. Надо открывать синие. Лопата. Плюс одно сокровище в каждом подземелье. Что? Три заряда? Это вместо щита. Лопата? Мы берем лопату? Будем копать? Я так понимаю. Это лопата как из Спайра, да? Итак, я захожу сюда, и я получу на перекрестке сокровище. Нет, у лопаты не потратился заряд. Непостоянство. Терпение. Слушай, терпение в прошлый раз такое хорошее было. Пойду еще раз в терпение. Свиток тени, кстати, для очень хорошо. Лопата это щит, да, она не как оружка даже идет. Вот оно, вот это сокровище от лопаты. А лопата не ломает этих чуваков? Лопата не ломает терпение? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей, не ломает. Ну, очевидно, мы пойдем налево. Потому что здесь сокровище на шару. Трешовое сокровище? Ну, сокровище. Кровавый ритуал. Нам нужен блок. С другой стороны, нам нужен ролл. Топор. Нам нужен топор. Топор намного лучше. Так, время свитка. Хилка не нужна пока что.
Песика мы прибьем. Ложная уверенность. У, какая маска. Два атаки, минус два защита, 4 здоровья, минус 2 наития. Устрашение существа при атаке 40%. Ну, две защиты жалко. Очень жалко. Так-то прикольно. Нужен мне обычный сундук. У меня много слотов. Нет. Мы будем копить. Мы уже легко можем открывать фиолы. В ближайшее время сможем открывать фиолы. Окей, лутбокс, стой. Так, говорят, что надо пройти за тебя. Стой, лутбокс. Лутбокс был пойман. Статы. Статы. Ага, чувак против часовой стрелки идет. Надо быть осторожными. Знаешь что, надо его взорвать. Ну, кого-нибудь надо взорвать. Он бьет на 15. Он бьет меня на 15. У меня 100% уклонение. Все, пора бежать, досмотрю в записи. Мистер Цептор, спасибо тебе огромное. Я не могу выразить тебе русским языком, но я тебе типа попробую телепатически передать всю свою благодарность. Спасибо тебе большое, что, мистер Цептор. Просто шикарного тебе дня. Просто бомбового тебе дня желаю. Недели. Жизни. Спасибо тебе большое. Да, запись должна выйти завтра. У нас сейчас стримы практически без задержки выходят. У нас практически без задержки на YouTube стримы выходят. То есть, по идее, запись должна быть завтра уже на YouTube. Окей, мы нашли скорость еще. Вот. Барьер мы используем против этого чувака. Вот много хилок тут. Что мы делаем? Киллы практически... он сейчас пойдет. Я хотел на него подрывника использовать. Хочу я вообще с ним драться? Нужен он мне? Сколько эта гадость дает душ? Наверное, не так много, как хотелось бы, да? Что мне еще на этом этаже нужно? Вот там сокровище какое-то в теории. У меня тут так много хилок. Убить его, что ли? Мы его должны убить, да? Подрывника мы бы получили урон, потому что он бы прошел и ударил. Подрывника не использовать было. Ты знаешь что? Мы будем драться где-то в районе хилок. Но использование хилки — это тоже ход. Мы его отбрасываем, он возвращается. Я буду в этой же ситуации. Если я использую хилку, я получу урон. Может, мне просто уйти надо? Забить на ту сторону вообще? Мне так жалко ту сторону не использовать. 8 душ. Это немало. За 2 удара я его не убью, к сожалению. Вот в чем проблема. Мне его, знаете, как я его убью? Вот так. Теперь так. Так. Это же не все, чат, у меня есть план. Но я его провалил. Я его не провалил. Я его провалил. Нет, с планом все в порядке. Окей, план выполнен. Сработало. Все идет по плану. Ни малейших проблем. Окей.
Мы открываем две синих шмотки, пытаемся искать пустые слоты. О, рапира. Урон равный половине атаки существу сзади. Где в этой игре зад? То есть, чат, где в этой игре зад? Я просто не понимаю. Я возьму ее потестить, но... Я не знаю, где здесь зады. Лопату надо оставить. Лопата — это лут. Снижает полученный поражающий урон на один. Что для нас круче? Шанс устрашения при атаке? Или маска на снижение поражающего урона? Снижение поражающего урона нужно, когда у тебя много защиты. О, каким мы классный сундук открыли. Мы ничего в нем не возьмем. Вообще ничего. Круто. Круто. Мне тоже нравится. Хороший сундук. Не зря потратили. Объятия хаоса. Левый слева, правый справа. За картой. Короче, непонятно, что за сзади. А, объятия хаоса, я не помню, что это такое. О, проверяем. Привет. Но. Такой хороший песик был. Что с ним случилось? О, нет. Ты же был песиком. Так, как отсюда сбежать? Слева стена, нам нужно направо. О, господи, справа хуже, чем стена. Справа этот большой мужик. Так, мы, наверное, просто бежим отсюда, я так понимаю. Слева там шмот. Я не знаю, что за рандомное превращение. Да, походу, чуваки трансформируются в рандомных существ каждые пару ходов. Окей, у меня есть план. Чат, сколько у вас времени есть свободного? Мы будем ждать, пока все превратятся в песиков. Как вам такой план? Бей их. А, ну у нас устрашение есть, кстати. Опа, трансформация. Призрачное одеяние. Вероятность незаметности плюс 10% позволяет обойти блокаторов. Лучше повязки, да? Мы потеряем урон, но... Поймаем скорость. Без защиты нам нужна скорость. Наверное, это неплохо. Незаметность тоже прикольно дает маневры. Маневренность. Ну, капец, мы урона получаем. Как вообще мы жить будем? А, вон я вижу, рапира дамажит. Он рапира дамажит заднего противника. Дамажила. Сейчас не дамажит. Наверное, потому что я умираю, да? Чего, они закончили превращаться, что ли? Еще у меня два блока стало. Куда я защиту дел? Где моя защита? Песиков не превращает? Ну. Ролл. Ей, фулл хил. Но мы не пробьемся через левую сторону. Привет. Хорошо, что мы можем обойти блокаторов, да? Как вовремя мы подняли шмотку на обход блокаторов. Где мой выход?
меня вопрос. Почему мой выход так далеко? Окей, нормально. Барьер. Свиток фулхила. Изи. Мы живы. Хил. Вау, как у нас классно невидимость работает. Прям отличная, хорошая невидимость. Очень рабочая. Я возьму хилку. 46%, а? 5 раз рольнули подряд. Угу. Фу, хороший этаж. Мы больше никогда не пойдем в хаос. Это был первый и последний раз. Ну, технически, наверное, не первый. Так, стоп. Вот я бью чувака. Его отбрасывает и потом детонирует подрывник за ним. Правильно? Ну, мне не стоит так делать на всякий случай. Мне стоит здесь сработать проще. Пока я не до конца разобрался, как работает рапира. То есть... А, ты за мной идешь. Окей. Первым надо вот этого мужика убить. Отброс, детонация, убийство. Отлично. Теперь, я бью мужика. Подожди, давайте побьем кого-нибудь другого сначала. Типа вот вас. Я бью. Змею отбрасывает. Чувак не получил урона. В общем, все эти... Странные способы нанесения урона очень плохо работают с отбросом, насколько я понимаю. Вообще как-то криво с ним работают. Атака! Наконец-то. Теоретически, если я ударю и отброшу эту мью... Ты наносишь столько урона и тем типом урона, которым бьет чел за ним? Что? О чем вы говорите, чат? Урон равный половине урона атаки существу сзади. Существу сзади. Нет, я не наношу урон в зависимости от того, какое существо сзади стоит. Сначала рапира, потом отброс. Может быть. Все, может быть. Мне нужен тот лут еще. Я вот честно выкопал лопатой. Где мой лут? Вот он, хрупкие осколки. Проход мимо существа после атаки, отлично. Я беру просто из-за статов. Это, по-моему, очень плохой амулет, который убивает. Но я беру его для статов. И мне нет смысла не идти в передышку. Ну, кроме того, что я умру. Капец, змея наносит. 19 скорость. У меня хоть у кого-то есть тут меньше скорости защиты, чем у меня. И где мое уклонение? У меня нет уклонения. Кто его забрал? Верните на место. Я требую уклонения. Мы не ролим. 60% хил на 4. Камень душ. Урон от проклятия преобразуется в душе. Один защиты. Пофиг на этот камень, на то, что он дает. Но черт возьми. У нас есть один блока. Улучшение. Расходуют все души. Случайная характеристика за 30 душ. Хороший свиток. Осталось найти. Знаешь что? Дай мне защиту. Не надо мне найти. Мы мертвые. Мы не мертвы. Сюда. Надо взять хилку. Сначала сделать отброс. Теперь взять хилку. Бежать дальше. Теперь мне нужно того подрывника толкнуть на чувака слева. Чувак слева сейчас поменяет... А, они вместе сейчас подойдут.
Если я открыть сундук, я не могу. Если я проскочу змею и не смогу уклониться, потому что мое уклонение 50%, видимо, вообще нифига не работает. У змеи скорость 19. У всех скорость чуть-чуть больше, чем у меня. Как? Невидимость сработала. Рокировка. Передние карты меняют позиции. Прекрасно. Дай мне сюда. Теперь мы делаем отброс. Мы живы. Мне нужен этот сундук. Дайте мне этот сундук. Окей, мне нужен... Я передумал. Мне нужен вот этот мужик. Стой. Лутбокс. Скудуйте, пожалуйста. Ять, собака. Лутбоксовская. Мне нужны твои статы. Не понимаю, как мы живы. Игры, блин, разума. Ты не наберешь 50 душ? Ну да, слизь дают 6. Я и могу убить, но этого явно не стоит. Хотя тут есть хилка на 18. Какой смысл ее не убивать, да? Это, кстати, должно было убить змею. Теперь убила змею. Окей, рапира работает нормально. С рапирой все в порядке. Просто отображается неправильно. Фул хп. Перекресток. Что у меня еще здесь есть? Святыня жертв. Святыня жертв — это то, что забирает статы. Это не то, что забирает хп. Дает статы, предметы, души. Какие статы у нас может забрать? Не трогайте мои статы, пожалуйста. Лего. Минус статы. Ну, честно, она обычно того стоит. Защиту, например. Ну, 4 защиты и 0 защиты, без разницы. Что мы будем искать в перекрестке? Осторожный маневр, правильно? Для того, чтобы подрывников. Потому что против подрывников мы сильны. И все. Пошли в святыню жертв. Если там не будет осторожного маневра, все остальное нам не подходит. Йоу, Джер, привет. Стрелочками не поворачивается кольцо влево-вправо? Нет, только мышкой. Чат, оно открывает, отнимает хп все-таки. А не статы. Чокер. Ей. Комбо. Плюс комбо. Атака плюс одна при непрерывной череде атак. Ну... Абсолютный трэш для нашего билда. 4 атаки, 4 хп, минус 2. 4 скорости, минус 2 максимального хп. А буду это брать, потому что нам нужно что-то. Скорость зато. В принципе, да. Но это нас не спасает. Оу. Стоп. Мы не получаем урона от проклятия? Что это? Это этот камень. О, камень вообще блокирует урон от проклятия. Ну круто, чего. Так, а вас бы, ребят, местами поменять, а? Чик. И чего я сделал? Окей, можно их поменять обратно местами? Будьте добры, можно мне? Окей, ладно. Хорошо. Как скажете. Я все равно невидимый. Поэтому мне без разницы. Окей, толчок направо. Здесь делает нам пару килов очень хороших. Там еще один констриктор. Так, свиток детонации взять. Ну, сколько подрывников много. Пройти направо, толкнуть чувака влево. Этого. Вот этого парня. Килл. Сейчас будет взрываться чувак справа, которым мы отталкиваем направо. Он взрывает этого, слева умирает от яда. Остался один мужик, вот этот. У которого скорость 18, у нас 22. У нас скорость больше, я сделал ему килл. Мы есть Грут.
Мы живы. No problem. Я не могу открыть Лего, потому что не могу. Фиол? Согласен. Друг живого сундука. Все предметы появляются в самом начале. Мне очень понравился камень-душ. Я его оставляю. Пока. Друг живого сундука хотя бы даст нам, грубо говоря, две защиты, потому что мы уберем отложенную уверенность и минус защиту. С другой стороны, это все незанятые слоты. То есть, наоборот. Ну, вы меня поняли. Дымка, устрашение при обходе, весело. Дает блок. Активный предмет, мор. Дает, накидывает 6 яда. Яды такилы. Рокировка, интересно. Ну, блин, мы ищем сейчас какую-то имбу, короче. Ледяной щит. Вызывает заморозку при отражении удара. Дает 4 блока. Теряем 4 скорости. Ни туда, ни сюда. Не туда и не сюда. В какую сторону? Дрыгаться. Перчатка, теряем отпор. Перчатка хороша. У нас будет 80, ну, 62% устрашения. Лопату надо поменять. Лопата трэш. Ну, а она хорошая, но она уже себя отработала. Мне очень нравится идея перчатки на силу. Два блока, два скорости. Одну атаку возвращаем, которую отобрала внутренняя ярость на ролл. Но отпор нас спасал мега много раз. Берем ледяной щит. Просто ради защиты. Нам нужна эта защита. Окей. Так, а мне хватает на темный вызов. Который я, конечно, брать не буду. На эту перчатку я хочу взять, но... Темный вызов заменит ложную верность. Эволюция другого случайного существа при атаке 60%. Почему это такой трэш? Эволюция — это улучшение существа. Какой в этом смысл? Подрывники. Не вижу. Так, там один чувак ходит по часовой стрелке, двое направляются к нам. Два охотника, один по кругу ходит. Детонация что-то даст? А черт его знает, все закрыто. Кто слева? Плохой парень слева. Рокировка даст мне пройти. Мы не быстрее змеи? Капец, 5 чуть-чуть не хватает. Лутбокса я не вижу. У нас будут проблемы. Наконец-то наша защита начала что-то делать. Похоже, что да. Ну-ка, ты знаешь, что с отбросом и с копьем у нас не так все плохо. Так, копье нам немного поможет. О, заморозка сработала при отражении удара. Чуть-чуть защиты мы добавили и вроде начали нормально драться. Так, там чувак, который атака в движении. Он очень плохой. Мы от него хотим бежать. Мы ему хотим сделать рокировку здесь, да? Все. Он нас не ударит. Змея ударит. Блин, там стрелок усиленный. Знаешь что, проскочи. Йоу, заморозка блочит яд. Круто. Я не знал, что это так работает. Окей, надо бить стрелка. Yes. Мы живы. Детонацию. Мы не будем свиток улучшения использовать пока. Нам важнее леги открывать сейчас. Худосочь!
пошел вон, худосочек, уйди. Слушай, рокировка супер хороша. Окей. Я рокировку сильно недооценил поначалу. Я не смог понять то, что она тебе, грубо говоря, дает обход. Не хочу к соратникам, там что еще есть. Варлок, эволюция хороша на финалке, ты сильно сильного противника превращаешь в слабого. А я думал, эволюция у сильного превратит в еще более сильного, нет? Ты меня ударишь в обратку, если я тебя не отражу урон. У нас 50% шанс отражения на нем. Что мы получим за него? 9 душ. Нам нужны все души. Иначе нам не хватит на леги. Справа продолжает идти этот крутящийся парень. Мне бы бить этого, а этого бить дополнительным уроном. Окей, рискуем. Зря. Хилку я использовал проклятую. Здесь была проклятая хилка на этаже. Что там за свиток? Это свиток тот, который... Это улучшение. Мисплей. Мне нужно к соратникам. Пустите меня к соратникам. Уйди. Не трогай меня. Все. На этаже, короче, ничего не осталось. Ту хилку, в которой в какой-то момент я использовал. Или худосочь ее выпил. В общем, я не знаю, что произошло. Я иду к соратникам. Ха, из плюсов мы живы. Соратники, не бесите меня, мне души нужны. С каждого песика по 3 души. 12 с лягушечки одна. 13, 14 душ. 14 душ. Это у меня будет 120, 130 душ. Простите, простите. Но я пообещал эту победу мистеру Цептору. Я должен все сделать за для победы. Соратники, все претензии к мистеру Цептору. Он виноват. Окей, мы делаем большую детонацию здесь. Мне нужно детонацию на худосочи обязательно, ядовитую. Желательно две. Окей, рокировку, удар, на худосочи обзрыв. Так, у меня здесь стена. Худосочи умрет от яда. Этого чувака тоже было желательно ядом убить. Минус худосоч, мы свободны. Потому что нам было проходить либо через этого, либо через худосоча. Вот этого чувака никак не получится завалить. Справа пожиратель. Здесь у меня есть хилка. Я не хочу открывать сундуки за 75. Там какое-то сокровище рядом с похитителем душ. Но мы не убьем. Мы не убьем. Никак пожирателя. В общем, здесь рокировка. Какая рокировка хорошая. Обойти за сокровищем направо. Потратить все души. На что их потратить-то? Фу. 5 яда. Здесь хилка. Мне бы хилка, чтобы лежала справа. Нужно мимо слизня бежать.
В теории, да. Ну, мы просто будем кубик ролик 49%. Если бы я знал, что тут слизень, я, конечно, рокировку бы сделал после этого чувака. Ну, типа, было бы неплохо вообще все знать в жизни. Ну, изи. На самом деле оказалось, что это изи. Сокровище. Но оно того не стоит. Изи, клап, в чат. Оказалось, что это все фейковая сложность. Ее на самом деле не существует. Тормоза придумали трусы. Ты будешь взрываться, да? Если я тебя вот брошу. Замороженный. Ты не взорвешься. Мне бы надо, чтобы ты взорвался, честно говоря. Черт с тобой. Олега! Это моя Олега! А, нашел пику. А я ее не беру. Пика в бане. Неисправный портал. 4 защиты, 2 скорости, 2 здоровья. Излишний урон при убийстве равен духовному урону следующему существу. Я возьму вот это. Здесь как раз блок, который нам нужен. И мы ни разу толком не тестили неисправный портал. Верно? Худосоч, ты откуда здесь? А вы все что тут делаете? Мне бы тебя использовать для нанесения урона Худосочу. Мне пойти сюда, сделать рокировку, ударить этого чувака, и по идее Худосоч должен получить урон. Но мало урона. Я бы сказал, недостаточно урона. Что вы все такие, блин-то? Откуда ты здесь, фазовщик? Что ты от меня хочешь? Мне надо было использовать рокировку, чтобы сбежать из ловушки Худосоча. Вместо этого я умру в ловушке Худосоча. Нет, я убью Худосоча тем же маневром, что и в тот раз. Пика спасет, нам победа нужна. Чат, я понимаю, о чем вы говорите, но есть некоторые вещи, которых нельзя делать ради победы. Еще один по кругу бежит. У нас один бегун, только один. Мне нужно пропустить ход. Точнее, выпить зельку. Он становится рядом со мной. Нет, выпить зельку не пойдет. Нужно пройти налево. Потом ударить его. Нет, я прохожу направо. Он становится на место сундука. Я стою перед Худосочем, за мной стоит зелька. Потом я хожу налево. Он становится между мной и Худосочем. И тогда мне его нужно проатаковать. Вот теперь я его атакую и убиваю Худосоча. Естественно, там стоит еще один Худосоч сразу за этим. Но, подумаешь, такие мелочи. Okay, мы открываем фиол, потому что что-то я близок к смерти. По-моему, открытие фиола здесь было мисплеем. Теперь я зажат между Худосочем и этим. Но мы можем что-нибудь здесь взять хорошее. Типа вулкана. Пройти налево. Там будет хилка. Взрыв. Окей. А еще один? Да вы прикалываетесь, что ли? Вы все, должно быть, шутите, мои друзья. Kill. Взрыв? Нет.
Тебе взрыв не нужен. Есть что-то, что его может убить? Да вообще какая-то жесть. Вы видели этот этаж? 3 миллиарда худосочей и все их друзья. Мазохист. Спасибо, игра. Спасибо. Супер. То, что нам нужно. Мазохист, а? Ах. Исцеляет урон от проклятия. Но у нас уже проклятие преобразуется в душу. И у нас большой уровень наития. Оно не будет работать. Фигня. Рокировку. Выпустите меня из этого ада. Сколько худосочи дает душ? 10 душ. Пока он того не стоит, чтобы на него свиток тратить. Я думаю, да. Окей. Осторожный маневр. Вот это то, что нам нужно. Заходим в осторожный маневр. Используем отброс для победы. Press, отброс to win. Так, наверное, не надо делать, но во всех остальных случаях неплохо можно использовать отброс, отброс для того, чтобы победить. Я думаю, что да. А, нас сейчас окружат, а? Бежим. Идем. Я знал, что он заморозится. Это было просчитано, потому что при отражении удара заморозка. Это было не случайно, только что повезло. Гарантирую. О, худосочи, здравствуй. Привет. На тебе подрывника. Еще один худосочи, а? Их тут... Они тут... Они тут плодятся, у них нерест. Нерест худосочи, да. Худосочи идут по горным рекам. Мечут икру. А, привет, худосочи. Как дела? Давно мы с тобой не виделись. Вот здесь тоже худосочи. Странно, где все худосочи? Что-то их мало в последнее время. Нам нужно больше худосочи, я думаю. Дымка, устрашение при обходе. Дает блок. У нас вулкан, который... Нет, стоп. Дымка оденется вместо чокера, который дает больше урона при непрерывной череде атак. Но у него очень хорошие статы. И скорость не отдам свою. Окей, привет, худосочи. Знаешь что? Ты мне надоел. Я думаю, я убью этого, это будет последний, и все, нам больше ничего не нужно будет. Универсальный набор. О, господи. Дайте мне его, пожалуйста. Я не могу в это поверить. Нормальная шмотка. И свиток улучшения. Невероятно. Штаны очень хорошие. Это 9 статов. 12 статов в одних штанах. Вперед. Дымку, к чертям дымку. Пофиг, пускай она горит синим пламенем. О, живой шлем. Блин. Блин, живой шлем супер хорош. Две атаки тоже на дороге не валяются. У меня хороший легендарный шлем. Ну, не очень хороший шлем. Но шлем легендарный. О, привет, пожиратель. Как пожрал? Мы сделаем, наверное, рокировку. Пойдем направо. Он украл все мои души. Надо было свиток сразу использовать. Тут какая-то чертовщина творится. Окей. У меня есть хилка, у меня... Будьте добры, перестаньте меня взрывать все. Мне нужна хилка. Окей. Заморозка сработала, отлично. Проклятый стат. Мы не можем получить урона от проклятия. Тебя надо бить, выбора нет. Нам нужно будет убить этих обоих чуваков.
не обсуждается. И мы потеряем здесь души. Я не смогу убить пожирателя душ. Привет, Худосоч. Давно не виделись. А то я думаю, что-то Худосоч не видно. Не знаете, ребят, ничего с Худосочами-то не случилось. Они себя неплохо не чувствуют, ничего. Что-то пропали, давно не видно было. Окей, мы убьем этого чувака. Нам его надо убить. Потом возьмем хилку для удара. Запугивание сработало. Еще один удар. Отлично. Мы живы. Добить его уроном. Фул ХП. Еще 20 душ не хватает. До леги. Я свиток не использовал по причине того, что я очень хочу еще одну легу. Мы сейчас сильно проседаем по шмотам. Ну, на легу не хватает. Пожиратель украл много. Худосочи мы не убьем. Возможно, стоило прокнуть свиток. Там еще какой-то выход есть. Что это? Непостоянство. Это не хаос. Хаос — это была трансформация, где они в итоге все крутыми стали. Непостоянство может быть не так плохо. Враг справа. Там, наверное, еще один худосочек. Нет, ну почти. 32 блока. Мы его сейчас начнем пинать, допинаем до пожирателя душ, и потом пожиратель душ украдет последние души. На постоянстве стрелки, если не ошибаюсь. Стрелки не очень страшно. Можем использовать свиток, это будет 4 стата на шару. Знаете что? Учитывая то, что у нас здесь тоже есть свиток, который надо бы с собой взять, то мы делаем так. Все-таки получим статы. Свитком Худосоча? Да ну его в баню. Худосоч 30 хп. Он свитком плохо убивается. Тоже подрывники все кругом тут. Okay, roll. Мне не понравилось, как мы стояли. Окей, проскакиваем. Мы сейчас будем много проскакивать. Детонация. Так, свиток взрыва мне нужно использовать здесь на вот этого парня. Так, здесь у меня хилка справа есть. Сделать на него рокировку, ударить его за хилку. Вообще его лучше убить дальними атаками через шипастых. Шипастые на самом деле для нас трэш полный. Шипастые проблемные только если ты в тупике. Йоу, мы сделали все киллы, отлично. Свиток улучшения. Ну, опять же, 3 стата — это неплохо. У нас нет топового шмота, но у нас есть шмот. Ровно 90 статов. Я использую свиток. А, полетела в атаку, в скорость. Нормально. Мне нравится. Хороший этаж. Стоять. Нет, мы рокируемся, товарищи. Мне... О, господи, это что был за урон? Огромная атака. Из-за огромной атаки мы наносим очень большой урон рандомному другому существу. Здравствуй, козел. Рандомному другому существу в подземелье. Точнее, не рандомному, оно передает. Это из-за шлема. Шлем. Там дальше блокатор стоит, да, кстати. Все плохо. Как мне тебя убить?
Ты у меня украл пока две души. У меня есть хилка на 11. 20% шанс блока. Блок сделает тебе больно. Что блок на него кинет заморозку. Хилка. Ах, да, теперь я понимаю, где я ошибся. Стоп, у меня есть план. У меня есть план. О, какой у меня отличный план, чат. Вам понравится. Я его атакую. До урона от рапиры убивает блокатора за ним. Следующий ход. Мы его атакуем. Он отлетает направо. Получает урон от подрывника. И мы не получаем урона. Что значит этого? Альтернативно можно пойти налево, кинуть рокировку и войти налево и не умереть. Но мне мой план, так называемый, нравился больше. Был намного веселей, между прочим. Что мы можем сделать? Это вот так вот. Яу, свиток взрыва, отлично. Мы того чувака добьем, кстати. А, привет, Худосоч. Давно не виделись. Здравствуй. Ядовитые гады. Ну, убиваем Худосочи здесь, кстати. Теперь иди сюда, гад. Йоу, мы это сделали. Фулл зачистка этажа. Ну, чат, я говорил, что у меня есть план, а вы сомневались. Легендари. Доспехи или маска? Блин, это и другое супер круто. Маска дает 15 атаки. Окей. Черт с ней со скоростью. Доспехи сейчас дают плюс 4 блока, 7 хп технически. Но мы теряем 7 скорости, грубо говоря. Маска, с другой стороны, дает не 1, не 2, не 10, 15 урона. Окей, мы возьмем маску. Простите. Простите, что сомневался. Окей, привет, цычек. Мы скоро увидимся. Каркар! Ну, прям сыча бить мы не будем, чат. Какой смысл? О, привет. Чего я урон? Дальний урон. Там стрелок стоит. Вот там детонации идут. Слушайте, ну 39 урона — это много урона. Знаете, в чем фишка? Что пока мы убиваем слабых противников, подчищаем. У меня фулл хил? Жесть. Пока мы подчищаем слабых врагов, в это время большие злые противники получают кучу урона из-за излишнего урона от неисправного портала из-за шлема. Вообще жесть. Еще одна лего. Светлая субстанция. При исцелении световой урон равен. Да, бла-бла-бла-бла. Да, мы берем световую субстанцию. Да, мы ее возьмем. То есть мы бьем чувака, у которого 5 хп, и весь излишний урон пролетает вокруг. Просто бей. Надо вот это использовать.
О, господи, все взрывается, все горит, все пылает. О, Худосоч, привет. Что скажешь? Ой! Было время, когда я мог с ним справиться. Он стал намного сильней. Я, кстати, мог хилками их дамажить, но... Типа, зачем это нужно? Так, я предлагаю. Свиток улучшения. Сейчас с собой свиток апгрейда. Последний выход, который... Окей, мы идем. Мы идем за победой. Мы идем на тьму. Нам нужна тьма. Чат, нам нужна тьма. Мы выиграли свет на этом камне. Чат, сколько раз вы за этот забег сомневались в нас? В нашей победе. Скажите ко мне. 50 атаки. Бум. Шпастых бить не нужно. Сыч приближается. The Sitch is coming. Меня взорвало чем-то, что мне не очень понравилось. Поэтому я уйду и полечусь. Что несет кучу массового урона. Так, Сыч уязвим. Сколько ходов он уязвимый? Два хода. О, Лего. Прикольно. Мне Лего открыть или бить Сыча? Еще один ход. Лего должна быть лучше. Хотя этот сундук может пригодиться, если вдруг у меня закончатся ходы. Если я всех перебью. Мы будем бить. И банку я тоже пока постараюсь не использовать. Окей, он будет сейчас призывать. Делать большой-большой спавн. Здесь с подрывниками надо быть осторожнее. Вот теперь можно открыть Легу. Щедрость, пика, очень вовремя. Ролл. Громовой шаг, массовый урон, плюс 8. Ну, уже помешать не может. Это еще 3 блока. Все взрывается. Худосоч. Берегись, Худосоч. Мы будем убегать. Что происходит? Че он стоит на месте? О, стена, ага. Призывает существ. Стены надо убирать очень быстро. Он будет уязвим сегодня или нет? Подрывника на него, что ли, кинуть? Рокировкой. О, он уязвим, отлично. Фигачим его. А, он убегает на другую сторону. Что происходит? Что он творит? Эй, мужик, ты много. Звуковая атака? Нет. О, я этой атаки вообще у него не видел. Что происходит? Через 2 хода он будет бить на дистанции. Круто. Неожиданно, я бы сказал, немного. Ну ладно. О, блин, опять то же самое. Бежим за статами? На кой черт мне статы? Зачем мне 1 хп максимального? Чего я буду с ним делать, кто знает? Вопрос на миллион долларов. Наверное, надо эти свечки ломать, да? Говорят, если на боссах ломать всякие штуки, которые похожи на свечки, будет хорошо. Знаете что? Найти. Вот самый нужный стат сейчас. Сыч уязвим. Мне нужно до него добраться. Оп, отменить. План отмена. Мне не нужно до него добраться, сообщаю. Знаешь что? Иди в баню. Привет, Сыч. Здравствуй. Что он делает? Может отскочить.
Так, я сломаю эту свечку, посмотрю, что будет. Он уязвим. Он уязвим. Лови огромный крит, мой сыч. Знаешь что, нам лучше сделать так. Будет больше урона. Что, у нас же идет массовый урон еще. Чем тратить ход на... Чем тратить один ход на то, чтобы перейти. Окей. Бежим от сыча. А могу еще продолжать ему удаленно урон наносить. Вот, типа таким образом. Он, по идее, просто направляется, но он не атакует сразу после приближения. Оу. Arrivederci, Сыч. Прощай, мой дорогой друг. Было приятно с тобой поговорить, познакомиться и потанцевать. Окей. Ну, вот здесь... В этом забеге я могу сказать только одно. По-моему, мы сыграли очень-очень неплохо, чат. По-моему, мы сыграли прямо, я бы сказал, прямо отлично. Ой. Я бы сказал, что это было очень круто. Потому что... Что я могу сказать? Были те, кто не верил. Были... Те, кто сомневался. Здесь, вот сегодня, явно наблюдались те, кто писал F в чат. Но мы в очередной раз доказали, что мы можем побеждать чат вместе с вами. Это не только моя победа. Какой классный забег. Какой классный забег, потому что мы... Вот за это, за такие забеги я и люблю рогалики. Именно за это я обожаю рогалики такие. Потому что у тебя нету такого, чтобы... Ну, бывает, что ты с самого начала и до конца имба. Но здесь мы вырвали буквально победу из лап поражения. Я даже не преувеличиваю. Мы реально вырвали эту победу. Это было супер круто. Это было мега круто. Этот парень был из тех, кто просто любит Сыч. Рейнмар, спасибо тебе огромное. Громадное тебе спасибо за донат 48. Спасибо тебе большое. Слушайте, ну да. Этот парень был из тех, кто просто любит Сыч. Мы сейчас посмотрим, чего тут у нас. Открылась ли какая-нибудь новая свеча. Свечей новых не открылось. Ну, то есть мы прошли все концовки, я так понимаю, которые у нас есть. Но из положительных моментов там еще будет апдейт. Разработчики, насколько я знаю, готовят апдейт на Ring of Pain. И да, будет круто. И вообще это рогалик. А не то, чтобы... Ты убиваешь боссов, перестаешь в него играть. Ну, есть рогалики, в которых ты так делаешь. А есть, в которые можно играть и играть. Например, пройти ачивки. Мне сейчас Ring of Pain очень по ощущениям напоминает именно Айзека. То есть Айзек. И вот это вот, когда ты играешь, страдаешь, ничего не можешь сделать. Потом раз предмет, два предмет, раз сделка с дьяволом, два сделка с дьяволом. И ты вот так, как снежный ком, потом начинаешь рулить. Так, в Айзеке такое тоже случается. И вот прямо есть вот такое же чувство, как в Айзеке. Когда у тебя постепенно в имбу превращается даже проигрышный забег. Или в Ганжине такое тоже иногда бывало. Но в Ганжине реже. Ганжин более линейный в том плане, там больше зависит от пушек, которые ты берешь. Больше зависит от того, насколько ты хорошо играешь, не получая урона, чтобы набирать максимальное здоровье и гильзы.